В районе 9 утра оперативному дежурному поступило сообщение о ДТП с участием общественного транспорта по адресу улица Воробьевская, дом 48. Практически сразу на месте аварии были специальные службы, сотрудники ГИБДД и скорой помощи, спасатели. Перекрывать движение не потребовалось. За медицинской помощью обратились 4 человека. По данным сайта Главного управления МЧС России по Московской области, для устранения последствий ЧП были привлечены 3 единицы спецтехники. Представитель пресс-службы подмосковного ГУ МВД прокомментировал ДТП порталу РИАМО. По его словам, водитель легкового автомобиля является виновником дорожно-транспортного происшествия. Авто врезалось в бок маршрутки. В настоящее время проводится проверка.